Я гуляю. 11:20 на моих часах. Очень жарко. Обещаю 33 градуса сегодня. Жара всю неделю будет стоять. Я вышла в парк. Бабочка летает. Надо больше двигаться. Даже если я на пенсии и там что-то коленки болели или там суставы, все равно надо двигаться. Сейчас вот покажу цветочек. Мне нравится в парке гулять. Это цветет, по-моему, волчья ягода. Запах такой. Что-то там едет, по-моему, это что-то где-то горит. Парк у нас уже не очень молодой, но он большой был, и его засаживали деревьями медленно. Вот этим деревьям 5-6 лет, наверное. Ветерок подул хороший. Ну вот я гуляю по парку и поговорю. Я на малоедении. Уже 11-й день. Сегодня я переспала и чувствовала слабость. Сон забирает у меня энергию. Может, вам дает, а у меня забирает. Одуванчики. Я, наверное, я питаюсь в 9 часов. Я пью чай из трав по привычке. И кушаю, допустим, яблоко с корицей. А в обед я кушаю сейчас, на данном этапе, помидоры, огурцы, авокадо, листья салата. Я хочу убрать листья салата. Да и огурцы с помидорами тоже уберу. Не очень-то они заходят мне.